Добрый день, наши дорогие и любимые видеозрители. Сегодня у нас персональная новость для любителей актера Марио Симарро. Есть такой латиноамериканский актер, о нем мы и говорим. Значит, новость заключается в том, что Марио снимается в киностудии Sony Pictures и играет одну из главных ролей в фильме, который называется Beautiful and Twisted. То есть, ну, что-то вроде красивый, но психованный. А вот, играет он там вместе с Пас Вега и Робом Лау. Это мы как-то говорили в наших еженедельных таких новостях. Но сейчас вышло такое интервью. И Марио сказал, что это было крайне интересно. Что сценарий тот, который он хотел видеть. То есть, как-то он говорил, дайте мне хороший сценарий, я с вами снимаюсь. Вот это замечательный сценарий. Взят с реальной жизни. О владельцах отеля в Америке, который сын был убит. В общем, там не буду рассказывать фильм, вам будет неинтересно смотреть. Во всяком случае, это реальные события, и Марио Симарро эта история очень понравилась. Поэтому сейчас как раз он снимается в этом фильме. Так что, ребята, девушки, я вас поздравляю. Наш герой опять на съемках. Как же жалко, что это не сериал какой-нибудь длинный-длинный. Но что есть, то есть. А теперь смотрите фотографии и любуйтесь. Bye-bye!